Последние тренировки перед важным боем. В спортивном клубе «Пламя» боксеры из Германии, Эквадора, Кении, Румынии, Франции и Египта, также украинский соперник нашего земляка Артема Чеботарева Дмитрий Митрофанов, провели финальную подготовку к встрече 13 сентября. Напомню, в воскресенье состоится бой за титул чемпиона мира по боксу по версии IBA Pro Boxing. Соперник Артема Дмитрий Митрофанов говорит, что к спаррингу готов и знает о коронных ударах саратовского боксера. Они уже 4 раза встречались на боксерском ринге. Последние 2 боя выиграл Артем Чеботарев. Теперь украинский спортсмен приехал в Россию за реваншем и победой. И 13 сентября он готов показать красивый бой. Я буду боксировать, выложу все силы. Нужно показать все, что я умею в этом бою и чего я стою. А стены его, конечно, будут помогать ему.